Здравствуйте, Алекс. У нас сегодня присутствует очень много филиалов. Мы очень благодарны вам, что вы к нам присоединились. Сегодня у нас тема нашей встречи – это основная 4 сферы жизни. Вы научитесь выстраивать свой день в гармоничном сочетании всех сфер жизни. Общение с единомышленниками и лично с Алексом Яновским вдохновит вас новыми идеями и позволит приобрести уникальные навыки и знания. Каждый человек мечтает о счастье, о здоровье, о взаимной любви, о самовыражении, финансовой свободе. В общем-то, в принципе, немного, абсолютно немного таких основных моментов. Мы все устроены в этом смысле одинаково. Если животные мечтают поспать, покушать, в туалет сходить и так далее, там у них несколько у всех животных желаний, то у нас эти тоже все есть, но и плюс еще есть человеческие желания. И их немного там, в общем-то, основных. И вот, например, у вас мечта обладать каким-то уровнем здравомыслия, то есть вот, ну вот быть какого-то уровня, там, понимание, ну, мудрости, допустим. Тут собрались непростые люди, здесь не просто люди собрались, которые хотят много денег. Вы такие здесь, ну, в хорошем смысле жадные, вам не просто надо много денег, вам нужно много денег, много любви, много здоровья, всего много. Ну, вот я люблю как раз таких людей. И много мудрости. Вот вы встречаете человека, который намного даже мудрее, чем вы сейчас мечтаете, еще больше в разы. Вы хотите миллион долларов, а вы встречаете людей, у которых 10, 100, миллиард долларов. То есть больше. Вы реально просто, вы уже никак не можете обмануть себя тем, что это невозможно, я живу в такой стране, это если бы я был мужчиной, была мужчина, если бы я был молодым, если вот эти все отговорки. То есть у вас отговорка, если бы я был мужчиной, вы встречаете, можете на ютубе масса женщин, которые очень успешны. Я специально в школе бизнеса и личностного развития, это моя основная программа «Мышление миллионера», она идет постоянно, она идет три